Здравствуйте, дорогие телезрители, мои подписчики на канале YouTube, Голова Садовая. Сегодняшняя тема жимолость. Знакомство продолжается. Как вы думаете, сколько сортов жимолости сейчас в продаже в городе Красноярске? А вот и не угадали. И не три, и не пять, а вот смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. В общем, двадцать точно есть. И я хочу вам сказать, какие они. Это лазурная. Встречали кувшиновидная избранница, виола, господи, золушка, барель, гжелка, а, длинноплодная, причем у нее ягоды действительно очень длинные, а, 4 сантиметра ягода у нее, а, фианит, томичка, сибирячка, павловская, новгородская ранняя, ленита, мальвина, господи, буратино только нет, марена, гордость бачкара. Вот вы понимаете, что вот среди этой красоты найдется обязательно тот сорт, либо гибрид, который бы устроил только вас. Только на вашей даче это выросло бы прекрасно. Хотя жимолость настолько неприхотлива. И когда вы видите, что на ней потрескались кора на ветках, не надо паниковать. Она такая и должна быть. Не надо ничего вырезать и выстригать. Это все лишнее. Она будет плодоносить от 80 лет до 300. Представьте себе, ваша задача не забывать поливать ее обильно, чтобы ягода у нее была сладкая. Привет, я Евгений Баранников. Любите вкусно поесть? Тогда переходите на мой авторский кулинарный канал «Ты повар». Там вы найдете много вкусных рецептов, я вам обещаю. Вот хочется прямо веер распустить, да, чтобы вы видели сразу и все. Но уверяю вас, что это достаточно трудно в пальцах удержать такое количество. Но дело не в этом. Посадочный материал, который сейчас у нас находится в городе, в торговых сетях, он просто высочайшего качества, все живое. Корни все! завернутая, закрытая корневая система. И вы должны понимать, что это куда лучше, когда вы, конечно, мало обращаете внимание на то, что у деревца или кустарника, который вы покупаете, просто торчат лохмотья сухие а на стволах распустились почки. А скажите, пожалуйста, а чем эти почки питаться будут? Вот этой сухотой, которая никак не завернута, а должна быть завернута во влажные опилки. Сначала в и болтушку, потом влажные опилки, в рогожу, полиэтиленовый мешок. Вот как-то так должно быть. Вы меня услышали? Я надеюсь, что да. А на этом всего доброго и до свидания.